Приветствую вас на моем канале. Сегодня он называется «Лошади, ослы и Катрин». Но несмотря на это, тема сегодняшнего видео – мулы. Итак, какого ж черта не получается обзавестись мулом? Вроде все сделал, лошадь есть, осел тоже есть, а мула нет. Для начала нужно удостовериться, что ваша лошадь – кобыла, а осел – жеребец. Самцы ослов тоже зовутся жеребцами, если что. Так, для справки. Второй пункт – это половозрелость обоих. Достигли? Окей. Значит, будет. Нет? Не достигли? Значит, мулы будут, как только ваши животные достигнут половозрелости. Ну и вот, мы дошли до самого главного момента. Почему не получается родить мула? Ошибка многих, кто пытался добиться связи кобылы и осла – наличие жеребца-коня поблизости. Если он настолько рядом, что лошади, кобылы, слышат и нюхают, чувствуют его рядом, то ничего не получится. Уберите жеребца на период случки со ослом как можно дальше. Пока кобыла чувствует свой вид рядом, мулов вам не видать как собственных ушей. Со ослом она спариваться не будет. В некоторых случаях также может мешать и самка-ослица. А, как правило, в отношении ослиц ослы однолюбы. Это с кобылами всякими они могут ходить налево, а ослица одна, единственная, строгая жена. Поэтому в присутствии законной жены даже конченый осел не может смотреть ни на одну, даже самую длинноногую толстожопую кобылу. Уж поверьте моему опыту. И хватит смеяться. Подписывайтесь на мой канал. Я буду всегда рядом.